По словам бывшего конгрессмена-республиканца Роберта Барра, ограничение финансирования США и МКС приведет к тому, что страна может проиграть космическую гонку России и Китаю, передает The Daily Mail. При этом Барр отмечает, что Россия и Китай готовы перенять инициативы у США. По словам бывшего конгрессмена-республиканца Роберта Барра, ограничение финансирования США Международной космической станции приведет к тому, что страна может проиграть космическую гонку России и Китаю, передает The Daily Mail. При этом Барр отмечает, что подобные действия положат конец американскому господству в космосе, которое началось еще в 1969 году, когда Нил Армстронг стал первым человеком, побывавшим на Луне. По словам Барра, в последние годы происходит сокращение финансирования МКС, и в настоящий момент на данную программу выделяется лишь крошечная часть бюджета США. The Daily Mail отмечает, что эксплуатация МКС обходится НАСА примерно в 3 миллиарда долларов в год. Бывший конгрессмен отмечает, что благодаря бюджетным сокращениям и неудаче в разработке альтернативы Спача-Шутле, единственный способ для американского астронавта попасть на МКС – заплатить России около 75 миллионов долларов за человека для того, чтобы добраться на космическом такси «Союз». И даже эта программа, зависящая от доброй воли России по выполнению своих обязательств, прекратит свое действие в следующем году, приводит издание слова Барра. По его словам, это не только негативно повлияет на научную национальную безопасность США, но и позволит России и Китаю выбиться в лидеры в космическом пространстве. Прекращение государственного финансирования МКС к 2025 году Барр называет глупостью высшего порядка с точки зрения бюджета, науки и национальной безопасности. При этом Барр настаивает, что Россия и Китай готовы взять на себя инициативу по продолжению работ на МКС и за ее пределами. The Daily Mail напоминает, что информация о том, что американское правительство намерено прекратить финансирование МКС после 2024 года, появилась в феврале этого года. Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией NUTF, источник Daily Mail, Великобритания, Европа, Тегинайса, бюджет Китая, космос, МКС, Россия, США.